Сейчас на эту сцену выйдет юный артист, творческая одаренность которого утверждает торжество истинного таланта над любыми препятствиями и ограничениями. Зовут его Даниил Хачатуров. Творение «Прекрасные люди». Прекрасные люди, идите по свету. Засейте добром вы нашу планету. Чтоб жизнь была красок ярких полна, и тот, кто не видит, испил жизнь до дна. И человечек слепой мог понять, что значит влюбляться, играть, рисовать. Чтоб смог он суметь за себя постоять и мог в этой жизни как гений воять. Как хочется видеть мне вас сейчас и новогоднюю елку хоть раз. Как первый снег опускается, и мама моя улыбается. Но я не грущу, я счастливый сейчас, счастливее многих в тысячи раз.